Шевчук Андрей Михайлович, часть. 128 бригада. Угу. Шевчук Евгений Иванович. 128 связь. Ивнюк Юрий Володимирович, 108 связь. Шкамлотов Руслан Сергеевич, 128 связь. Боря, принеси вот это где-то купайка в сарай. Вот за домом сразу. Да куртку, блядь, что он вообще замерзнет на с холода, блядь. На каком-то свитер, блин. Там, может, свитера в хате какие-то есть. Какая разница, бабские. Данные бойцы ВСУ были захвачены в Дебальцево в районе железнодорожной больницы 18 февраля 2015 года. Уважаемые родители, не переживайте. С ними ничего не случится. По крайней мере, в плену они точно не погибнут по сравнению с тем, если бы сидели у себя на передовой.